Так, какие кисточки у нас тоже хорошо подросли вот здесь у нас. Так, вот этот листик не нужен. Вот какие помидорки. Вот наши полосатики. Надо посмотреть точное название, как они называются. Такие вот еще полосатики. Надо поизучать. Название поискать. Так, вот у нас еще тут поспели огурчики. Прям около крыльца. Так, вот столько мы еще собрали на нашей передней грядочке. Так, вот наша передняя грядочка во дворе. Вот мы собрали огурчики здесь и побрызгали их монофосфат калия. Наши огурчики получали полное питание и корневое, и внекорневое. Так, вот здесь мы соберем сейчас помидорки. Наши помидорки. Это кустики. Черника называется. Помидор усыпан. Вот спелые плоды выглядят вот так вот. Вот так вот. Черно-красные. Вот такие. А когда зреют они в зеленом виде, они зелено-черные. Вот так вот. Так, вот этот кустик мы тоже обработали монофосфат калия. Потому что он что-то какой-то бледненький, мне кажется. Сейчас мы его подкормим еще под корень. Вот, гуматом. Ох, вот распустилась моя лилия. Запашистая, которая. Пахнет обалденно. Вот еще будет распускаться. И вот еще какая-то интересная будет. Вот эти у нас еще цветут. Желтенькие. Остальные уже отцветают. Красоточки. Вот так у нас огурчики подросли в мешках. Уже хорошие. Можно будет подсыпать землю еще. Перегнойчик. А вот так вот у нас подросли огурчики в ванне. Это у нас пасынок был. Вот эти листики уберем. Вот это у нас пасынок был. Все, пополз. Пополз уже. Так, это со стаканчиков. И вот это у нас пасыночек. Так, желтики листиками уберем. От солнца пожглись. Ну, вот огурчики уже на них вовсю. Здесь вот пучковые они. По 2-3 огурчика есть. Так, идем кормить сейчас свое хозяйство. Заодно прополоть. Нарвать им травки. Вот тут у нас такие остатки перца сидят. Вот такие вот перчики есть. Ну, сейчас вокруг них вырвем травку и дадим нашим птеродактилям. Ну вот, птеродактили наши уже ждут, заждались травку. Нате, 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 нате. Где там все курочки, петушки? Ходите. Такие беленькие, красивенькие. Маленькие. Нате, нате, нате. Такую мелкую травку нашим маленьким цыпам. Красотки, просто красоточки. Чернышки, белянки, рябики. И Петя там такой. Так, вот это вот мне надо сейчас все перемыть, заполнить и раздать воду. А это мы сушим хлебушек, чтобы потом размачивать и давать нашим пернатым. Вот. Накормили, напоили. Здесь все. Так, что касается еды. Вот это мы намешали почти ведро всем цыплятам. Сейчас я ложу меньше комбикорма, больше зерна, больше кукурузы, чтобы было питательнее, чтобы они уже сходили с комбикорма, переходили на зерно. Здесь у нас вареное, творог вареный, есть пару яиц вареных, ну такие были треснутые, поэтому сварила им. Трикальцифосфат, мел, известковая крупка. Так вот все здесь такое кукуруза, дробленое зерно. И вот эту смесь мы сейчас будем раздавать. Уже хорошо перемешала я. А это мы будем давать индюкам. Здесь тоже комбикорма уже меньше я ложу. Больше ложу зерна. Такого то, что вот семечки уже попадаются. И кукуруза побольше. Тоже вареный творог сварила. И вот сейчас вот это все будем раздавать. Ну, остатки курам. Так как они у нас подъедают все. Им самые остатки сладкие. Так, вот все, что они не съели в кормушке, я пересыпаю ведро, и вот это мы отдаем курам. Где-то что-то мелочь какая-то, где-то, наоборот, крупная для них. А им вот свежая, всегда свежая с этим. Так что наши курочки не остаются, конечно, без витамин.
Здесь питательный комбикорм остается, зерно. Так что нашим курочкам тоже вкусные завтраки, обеды и ужины перепадают. Так, ну вот все наши циты сытые. Воду раздали, завтрак раздали. И здесь все уже наелись, и еще осталось. Сейчас соберем яйцо. Так, тут два. Ну-ка, курочка, есть тут что-нибудь? Нету. А у тебя? Давай проверим. Есть. Все, забрали. Ну вот. Утренний сбор. Ну вот, и самым нашим большим. Да? Вот туда насыпали. Водица есть, сюда насыпали. Все довольны. Кушают. Брали рожки наши старшие, кушают. И водицу пьют. Так, и сюда насыпала, чтобы они там не толпились, а чтобы все вдоволь наелись. Мальчишка наш. Кушай, 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 родной. Сейчас еще в уголок вот сюда водички поставим с витаминками. И все, и мы управились. Так, ну тут сижу, наблюдаю со своими индюками. Начали они тут пританцовывать. Так, с ноги на ногу перебирает, вот и стучит одной ногой. Вот, танцы. Никак я не засниму их танцы. Да? Ну-ка, покажите, как вы танцуете. Покажите. Топ, 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 топ. Хорохорятся. Жарко еще. Жарко тебе, да? Жарко, сейчас я вам свежей водички дам.